Санджая Убача. Дриштвату Пандаваникам. Дриштвату Пандаваникам. Гурам Дурьодханастада. Юрам Дурьодханастада. Ачарьям Упасангамья. Ачарьям Упасангамья. Раджа Вачанам Абравит. Раджа Вачанам Абравит. Вачанасья Грамматика. Санджая Убача, Санди Вичат, может? Санджая Убача. А, Санджая Ха, Висарко. Висарко и Чес. Потому что Упатам, поэтому. То Санджая Убача, знаете, грамматика. Это формалит, прошедшее время прошедшее. Да. Где это? Бру дату или бача дату? Бру или бача дату лик а. Аппетта лик а убача. Бру или бач лит аппетта убача. Значит, третье лицо единства. Санджая говорит. Дишква ту пандаваникам бурам. Дишква, знаете, дриш. Дриш дату. Два. Два. Значит, увидим. Увидим. А, хорошо. Дишква ту пандаваникам сандивичет. Пандава аникам. Да. Пандава плюс аникам. Аникам значит армии. Бурам. Бурам грамматика нужно говорить. Бурам. Не можете. А мы не знаем этого глагола. Юрам. Бьюдам? Юрам. А, Юрам. Юрам. Строй тут написано. А? Хе из... Не, грамматика, грамматика. Сначала говорите. Какой приставка? Это второй падеж. Би. Видату. Видату. Ви. Потом уром. Уром бхадату. Только уром будет. Би. Бог. Бога, знаете, бхадату. То. Уро. Випрва бхадату уро. Гюра, гюра. А гурам это прилагательно аникам. Гурам аникам. Гурам это когда это Махабхарат Брамия Байня желает каждый Джанавер так положить его солдата в разной форме, как колешка, как полна луна, то бы война лучше делать. Это называют бухо. Бухо? Это бухо. Чапка бухо. Это очень известно. Круг расположения. Бухо, значит, поставьте солдата особенно форме. Форма строя. А. Солдат. Форма строя. Солдат. Здесь получишь это буром как? Это экспозиция. Это не форма строя, это расположение войск. Что? А другие до нас туда шандивичи можете? Другие до нас туда как? Отвечите. Дурьоджанага, тогда. Да, то что. Тогда значит тогда. А сейчас идем по Шамбенно. Шандивичи. Как?
Ачарьям, Упасам, Намьям. Упасам, Намьям, грамматика. Удату. Удату нет. Упа. Упо, пистапка. Упошанко. Упошанко, упо, пушбошко. Упо. А потом? Сам. Сам. И гам. Тут же пистапка. Потом? Гамдату. Потом? Льяпльте. Точно помню. Упопурбак, шампурбак, гамдату, ляп. Упо знаете? Рядом. А рядом? Упо. А сам? Полна. А гамдату знаете? Значит, придя очень рядом. Упошенком. Значит, дождедана придя учителем, очень рядом придя, ачарьям упошенком. Раджа дождеданаха бачанам абрувит. То это так можно понять. Раджа дождедана पांडवानिकं बुढ़म दृष्ट्वा तु तदा आचार्य उपसंगम वचनम अब्रवीत. Это просто там написано есть. Кто читает, как написано переводчик. Русский перевод правильный. Там, то, что есть, а я что, что грамматика говорил, если отличится это, как дурдидана. Значит, раджа дурдидана. Не только дурдидана. Раджа дурдидана, тогда строй паннабаб убежит. Прибиджайя к наставнику слова промолбил. Раджа это русский сначала. Раджа дурдидана. Керам дурдидана. А ачарья это кто был? Ачарьям Дроно ачарья. Тот дней, когда это война начинает, и к генералу был Дроно ачарья. Дроно. Дроно. Он у него... Нет. Это... Не-не, тот не был Бишма. Сначала 10 дня Бишма был генерал. Когда он умер, тогда Дрон был. А здесь Дрон тоже очень сильно человек. То он не ходил к Бишме, ходил Дрона сначала. Почему Дурдидан уехал туда, знаете? У него сомнения есть. Ачарья Дрона очень любит Арджуна. Бишма тоже очень любит их. То больные, хорошо больные, желают или не знают. Потому что любит пандаву. Поэтому тут не поверить. Рядом приехал сначала Дроначарьям. И спросил. Здесь только так. Сначала посмотрел, как они желали. Положились, да. Солдата. Это посмотрел. Сначала он потерял, ходил Друна. Спросил, что начинал. Я говорю, разговор начинал. Здесь грамматика обрубит, знаете, какой? Обруда ту. А. Лонг, лонг. Лонг. Обруда ту, лонг, да, обрубит. Говорит, бочаном, речь говорит. То ты грамматика все точно поняли. Ни сомнения есть. Дисклату панваником, бурам. Бурам это прилага челна аником. Бурам аником. Тогда раджа дурдидана. Ачарьям упасангамма бочаном обрубит. Просто.